Открывается страница, что нас ждет на этот раз. В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ. Зазвучит и заиграет. Затаится, засверкает. Загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется. Всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. И чем только от скуки и безделья не занимаются порой люди. До чего только не доходят, чего только не придумывают. И сами потом в свои выдумки верить начинают. Вот как дочка одного купца из истории, которая называется «Вещий сон». Не читали? Тогда я вам сейчас ее прочту, а вы послушайте. Жил-был один небогатый купец. А у него дочь была. Делать она ничего не хотела, зато верила во всякие сны да гадания. И вот однажды... Ну где этот принц заморский-то? А? Все жду-жду. Учу-учу. А его все нет и нет. Ой, жо парле франс. Жо, ожердви, ж, пьет, фам, кусиль вупле. Больше не могу, не могу больше. Все этот Прошка, приказчик отцов. Ну, снятся ему вещи, сны всякие. Вот приснилось ему, что во вторник снег пойдет. О, пошел. Все идет и идет. А потом ему приснилось, что в четверг приедет ко мне принц свататься. Французской. Ну и где он? И где он, этот принц? Ой, вот только сиди да учи. Жо. Жесви. Ой, батюшки. Ой, неужели, ой. Фух. Че, принц, что ли? Момент! Ой. Сильвупле, сорти. Ой. Сильвупле. Антре. Марфа Настина. Чё, Прошка, это ты? Это я. Ну. Садись. Спасибо. Садись и отвечай. Я тебя по-ихнему спрашивать буду. Кому он сова? Чего это? Кому это совал? Кому? Ну, как дела по-ихнему? По-ихнему, как дела? Нормально. Ой. Где принц-то? Так будет. Если во сне видел, точно будет. Куда же он денется-то? А точно принц-то? Да там во Франции они все принцы. Да? А. Ну ладно. Это хорошо, что принц. Ага. Ай. Ну, че пришел-то? Так я это... Опять? Че? Опять сон вещий приснился. Че, про принца, что ли? Не. А? Про то, Марья Афанасьевна, как вы в раз разбогатели. Ой, ты мой бесценный, ну, так рассказывай, давай, рассказывай, не томи, когда разбогатели-то, а? Так прям сегодня вот. Как это? Сегодня-то? Это, ой, ты мой золотенький вещун, ты мой, а? Ну, ты давай, ты ешь печеньку, ты ешь. Ну, да хоть все вообще бери, если ведь знаешь, сколько куплю, когда разбогатею-то. Ой, это же значит, получается, что принц сегодня приедет, да меня золотеет. А? Ну? Принц тут ни при чем. Как это? Дело не в принце. А в ком же? А в травах. В травах? В травах. Приснилось мне, Марья Афанасьевна, что вы собственноручно
дрова кололи. Я, да? Да. Ой, собственноручно, да? Дрова отколола. Дрова, ой. А из одного чурбака изумруды, алмазы, бриллианты посыпались. Что, изумруды? Монеты золотые. Изумруды, алмазы. Ой, мань. Ой. Что, правда? Ну, сон, что же, сны не верите, что? Да я верю. Прошенька, я верю, ты еще как верю. Ой, это же значит, папенька-то, батюшка-то мой, он, значит, получается, нерубленные дрова-то ведь привез как раз вчера. Ну? Все же сходится. Ну, я говорю, своими глазами видел. Я уж топор приготовил. Давай, давай. Тащи топор. Ну, тащи топор, давай. На. Ой. Ой, Прошенька. Ох, я тебя залочу! Когда я... Ага, когда доберусь-то до этого... До денег-то, до этих, до богатства. Ух! А эти все баджуры-тужуры, пусть они сами по-нашенски учатся говорить. Вот так вот, ясно? Целый день колола купеческая дочь дрова. Да так умаялась, что к вечеру еле ноги от усталости волочила. Только не нашла она ничего в дровах, хоть и все расколола. Ой, уморилась я все. Не могу больше. Ой, фу. Убивец, а? Марья Павловна, я слышал, что вы топором тюкать-то перестали, так я за наградою. Че, за наградою? Ага. За наградою! Я сейчас тебе такую награду! Ну-ка, иди сюда! Ты что такое? Сейчас я тебе... Что ж такое, а? Ух ты! За наградою! Я тебя сейчас вот за наградою, а! Ой, не могу больше! Ой, все! Ох, и удивился отец, узнав, что дочь дрова колола. И в награду за трудолюбие купил ей книг ученых. И дочь с той поры в сны и всякие глупости верить перестала, а взялась за ум да за образование. И, говорят, немало в этом преуспела. Вот такая история. Хорошо, что все так закончилось. А то бы всю жизнь прогонялась купеческая дочь за придуманными принцами да за несуществующим богатством. А потом бы слезы лила. И ничего в своей жизни хорошего не узнать, не сделать бы не успела. Давайте и мы с вами, друзья мои, будем избегать всех этих любителей вещих снов, гадателей, предсказателей, всяких там гороскопов и тому подобной чепухи. Давайте лучше всерьез возьмемся за учебу и всерьез займемся добрыми делами. Вот два дела, достойных нашего ума и нашей души. Помогай вам Бог. До новых встреч. До свидания.